Привет! Hello! Привет, друзья! Hello, friends! Сегодня у нас 3 маркер челлендж. Суть челленджа заключается в том, что каждый участник выбирает закрытыми глазами 3 фломастера. И затем этими 3 фломастерами разукрашивает целую картинку. Да. Выигрывает тот, в нашем случае выигрывает тот, у кого будет красивее картинка и более креативнее. Да. Мы выбрали картинки из серии мультфильмов. Это Лала Лупси, всем известная Леди Баг и My Little Pony. Да, и в данном случае Пинки Пай. Ну что, начинаем. Первым мы будем разукрашивать Лала Лупси. Кто первый? Саша у нас первая. Саша закрывает глаза, не мухлюет и выбирает 3 фломастера. 1, 2, 3. У Саши попался оранжевый. Покажи, Саша. У Саши попался оранжевый, красный, фиолетовый. Дима, закрывай глаза. Выбирай 3 фломастера. Вау! Такого не ожидал. Да, очень яркие, хорошие цвета. Да. Желтый, розовый и голубой. Начинаем? Разукрашиваем. Ну что, пришло время посмотреть, что у нас получилось. Да. Саша была первой, показывает тоже первый. У Саши были оранжевый, фиолетовый и красный цвет. Вау, какая красота! Красная кошечка, фиолетовые волосы. Это, наверное, мечта Саши. Да, Саша? Угу. У Димы синяя зебра, розовые волосы, ну и такая яркая получилась художница. Дим, а зебра-то у нас какая на самом деле? Белая. Ну, синяя тоже можно, да? Да. Особенно, когда 3 маркер челлендж. Да. Ну что, мне нравятся обе картинки. А покажите вместе. А вам, ребята, чья картинка нравится больше? Сашина или Димина? В комментариях пишите. Пишите в комментариях. А мы переходим к следующему раунду. Вот. Раунд второй. И мы будем разукрашивать... Пинки Пай. Героев мультфильма My Little Pony. Пинки Пай. Кто у нас? Пинки Пай. Это Саши. Это Димы. Следующий мы будем разукрашивать после Пинки Пай. Леди Баг. Кто сейчас первым выбирает фломастер? Я. Ну давайте камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. 1, 2, 3. Она сломала. Она первая. Закрывай глазки, глазки закрывай, 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 закрывай. Перемешиваем. Выбирай 3 фломастера. Еще один. Вау! Зеленый, синий и коричневый. Саша попался. Теперь я. Теперь Дима, закрывай глаза. Дима, не любимый цвет. Да. Розовый, черный и красный. Начинаем. Ну, так-то все круто. У меня вообще не круто.
И как думаете, кому больше повезло? Мне. Не мне. Ну, давайте посмотрим на ваше творчество. С тремя маркерами. Это как полная жизнь. Ну что, закончили? Да. Да. Показывайте свое творчество. Зеленые волосы, синие сапоги, колготки коричневые. Супер. Дима с черными волосами, Пинки Пай. Она похожа на инопланетянина. На инопланетянку, тебе так не кажется? Нет. Ну, в целом, вроде хорошо. Ну, такое ощущение, что она на солнце обгорела. Ну как, понравилось? Вы, наверное, еще Пинки Пай никогда такие не видели. С зелеными, с черными волосами, да? А решать, конечно, нашим зрителям. Ребят, подскажите, у кого Пинки Пай получилась красивее? У Саши или у Димы? Напишите в комментариях. А мы приступаем к долгожданной картинке. Леди Баг. И это у нас Леди Баг. Она бага. У Саши такая. А у Димы узкая. У Димы такая. Теперь осталось выбрать три фломастера. Дима, давай со второго раунда фломастеры. А сейчас у нас... Третий раунд. Да-да-да. В студию фломастеры. Та-дам. Саша или Дима? На Суефа. Нет. Твоя. Ну, определяйте. Давайте, Дима. Дима, закрывай глаза. Один. Черный. Два. Ик. Саша тебе подсказала. Такая ик. И красный, хотел сказать. Ты чуть не взял красный и передумал. У тебя попались зеленый, черный и розовый. Теперь, Саша, закрывай глаза. Перемешиваем. Закрывай глазки. Выбирай. Один. Два. Три. У Саши попалось красный фломастер, розовый и черный. Представляешь? Ну, тебе повезло, но мне кажется, совсем неинтересно. Ну, посмотрим, как ты разукрасишь. Приступаем. Ну что, все? Да. Да. Показывайте. Димина ведьма. 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 Так, зеленые волосы, розовая маска, розовый костюм, черные пятна. Сашина ведьма. Розовые волосы, кончики коричневые. Красная маска, коричневые точки. Покажите вместе. Ребята, напишите, пожалуйста, чья Леди Баг вам понравилась больше? Димы или Саши? И не забудьте поставить лайк. Спасибо, что смотрите наше видео. Если не подписался, то подпишись прямо сейчас. Вон там красная кнопочка наверху. Где наверху-то? Вон там. Ваш внизу. Мы увидимся в следующем видео. Ау-дум-дум. Пока-пока-пока. Дурум-бум-бум. Дурум-бум-бум. Дум-дум-дум.
Дырым-бам-бам. Уберись.